Добрый день, я Рабинович Альмин Моисеевич. Мы с вами поговорим о роли бухгалтерского учета в налогообложении, о многообразной роли, от необходимости сохранения данных бухгалтерского учета и исчисления каких-то показателей по правилам бухгалтерского учета до использования бухгалтерской терминологии и прямого исчисления налога на имущество на основе данных бухгалтерского учета. Смотрите на видеоконсультанта.